Успение Пресвятой Богородицы в древнерусских иконах. Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир. История православной церкви для нас, людей 21 века, не просто отдаленное прошлое. За 2000 лет она вобрала в себя важнейшее искание человеческой души. Огромный накопленный ею опыт духовного познания мира и человека, озаренный светом веры в Иисуса Христа, Сына Божия, полон радостных открытий, но одновременно пронизан и чувством печали. Радость в осознании премудрости, устроенного Богом мироздания, бесконечного милосердия Божия к людям и стремление Его спасти каждого из нас. Печаль в проникающем до глубины души чувстве собственного несовершенства, греховности, отдаляющий человека от его милосердного Создателя. Как в зеркале эти две стороны духовной жизни отразились в православном богослужении и искусстве. Переживание спасительной жертвы Христовой, открывшей нам врата рая, растворено глубоким покаянием, без которого в эти врата не войти. Одна из главных аксиом православия – это вера в бессмертие души человеческой, в ее будущую жизнь после телесной смерти. Какой будет эта жизнь, решает один Бог. Существует множество свидетельств людей, в первую очередь православных святых, о мире, существующем за пределами нашего земного бытия. Для православного христианина смерть – это переход от временного к вечному, итог всего его жизненного пути. Истинность такой веры выстрадана христианскими подвижниками, посвятившими всю свою жизнь Богу и желавшими больше всего на свете не разлучаться с Ним никогда. В наше время, увы, многие люди оказываются совсем неподготовленными к этому великому таинству. До последнего момента они не хотят ни говорить, ни даже слышать о смерти. Но каждый из нас рано или поздно предстанет перед этим таинством лицом к лицу. И только православие открывает его истинный смысл, заключающийся отнюдь не в горечи потери близкого человека и не в невосполнимости утраты. Напротив, лишь после разлучения бессмертной души со смертным телом для нее начинается настоящая, исполненная небесной красоты и правды, жизнь. Но для отвергавших ее на земле она оборачивается совсем иной стороной. Жгучим стыдом запоздалого раскаяния, когда исправить уже ничего нельзя. И это тоже реальность. На протяжении многих веков христиан волновали вопросы, касающиеся смысла и ценности человеческой жизни, участи души в вечности. И ответы на них они находили не только в Священном Писании, но и в Священном Предании, в первую очередь в событиях земной жизни Пресвятой Богородицы. В канонических текстах Евангелия о Матери Божией сказано совсем немного. Повествование о ней начинается с того дня, который воспевается православной церковью как спасение нашего главизна.
Это день Благовещения, когда Дева Мария получила от Архангела Гавриила радостную весть о чудесном воплощении Сына Божия. Дальше мы читаем о посещении Пресвятой Девой праведной Елизаветы, о Рождестве Иисуса Христа, о принесении младенцев и Иерусалимский храм его матерью и Иосифом обручником, и о встрече его там, старцем Симеоном, сретение. Последующее упоминание о Пресвятой Деве в годы детства и отрочества Иисуса Христа, а затем его общественного служения и проповеди, глубоки по смыслу, но предельно кратки. Матерь Божия все время как бы остается в тени. Однако последнее свидетельство о ее стоянии при кресте Господнем на Голгофе говорит о том, что она была рядом с Сыном. Всегда была. Православная Церковь видит причину такого умолчания в глубочайшем смирении Пресвятой Богородицы, никогда не помышлявшей о земной славе. Но как, по словам Христа, не может укрыться город, стоящий наверху горы? Матфея 5:14. Так и высота Матери Божией, превосходящей человеческое разумение, не могла сокрыться от людей. И ею были сказаны пророческие слова, звучащие теперь в наших храмах во все богородичные праздники. «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя его». Лука 1, 46-49. Эти величие и слава неземные. На земле Матерь Божия разделила всю тяжесть страданий Спасителя, добровольно претерпевшего поношение, издевательство и крестную смерть. Иисус Христос не стал тем иудейским царем, которого ожидали многие. Путь мнимой земной власти и могущества он отверг на горе искушения, отказавшись сделать камни хлебами и получить во владение все царства мира и славу их за один поклон сатане. Христос и так был владыкой мира и творцом его. Он пришел на землю не ради достижения людьми материального благополучия, а для спасения их от грехов и для вечного соединения с Богом. Унизив себя в человеческом смысле, Господь вознесся на высоту Голгофского креста. И именно оттуда началась для нас дорога в Царство Небесное. Пресвятая Дева Мария прошла этим путем вслед за своим Сыном. И все же земная жизнь Пресвятой Богородицы открывается нам в священном предании, сложившемся на основе нескольких древних сказаний. Их авторство и время создания не вполне точно известны, однако Православная Церковь приняла их как достоверные, о чем свидетельствует Писание святых отцов и учителей церковных. Духом, познав глубину и важность основных событий жизни Божьей Матери, они установили ряд богородичных праздников, вошедших в число 12, всего их 12. Вместе с праздниками, посвященными Иисусу Христу, господские праздники, они образовали годовой богослужебный круг, в течение которого Церковь вспоминает и прославляет главные спасительные для нас события. Здесь евангельское повествование дополняется священным преданием и получает полноту духовного истолкования святыми отцами, раскрывающими значение этих событий для каждого человека. День Светлого Христова Воскресения, всех праздников праздник, не входит в состав 12,
он стоит как бы над ними. Церковный год начинается с 1 сентября по старому стилю, то есть 14 сентября по новому. Получается следующий круг 12 праздников с датами по старому и новому стилю, кроме праздников, связанных с Пасхой, которые каждый год меняют дату. 8-21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы. 14-27 сентября – Воздвижение Креста Господня. 21 ноября, 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы. 25 декабря, 7 января – Рождество Христово. 6-19 января – Крещение Господня. 2-15 февраля – Сретение Господня. 25 марта, 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы. Вход Господень в Иерусалим за неделю до Пасхи. Это 8-й праздник. Вознесение Господня на 40-й день после Пасхи. День Святой Троицы, Пятидесятница на 50-й день после Пасхи. 6-19 августа – Преображение Господне. 15-28 августа – Успение Пресвятой Богородицы. Мы видим, что первым в этом ряду стоит праздник Рождества Пресвятой Богородицы. «А Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести всей вселенней!» – воспевает Церковь. А завершает круг праздник ее Успения. Так, удивительным образом, вся жизнь Божьей Матери, как высший пример служения Богу, стала жизнью и служением Православной Церкви. Вершиной же ее пути, непрерывного восхождения к Богу, стало преславное Успение. Успение Божьей Матери – этот праздник, как и праздник Покрова Пресвятой Богородицы, с древних времен был одним из самых любимых на Руси. Сколько соборов, храмов и монастырей выстроено в его честь. Чудесным образом по повелению самой Божьей Матери был воздвигнут греческими зодчими первый из них – Успенский собор в Киево-Печерском монастыре. Можно отметить и Успенский собор XII века во Владимире, и главный храм всей Московской Руси, где царей венчали на царство, Успенский собор Московского Кремля и Величественный собор Троице-Сергиевой Лавры, и пещерный храм Успения Псково-Печерского монастыря, и многие-многие другие. В каждом из этих храмов обязательно был образ Успения Пресвятой Богородицы. Некоторые из древних икон сохранились до наших дней. Вглядываясь в них, мы начинаем понимать, чем же так замечателен для православной Руси этот праздник. Но в начале нашего рассказа о них необходимо сделать небольшое вступление. Вспомним, что в иконе, в отличие от большинства картин нового времени, может быть показано не одно, а несколько событий, различных по времени и месту. Более того, икона, как образ небесного, божественного мира, соединяет в себе изображение видимого и невидимого, приоткрывая для нас глубокий таинственный смысл священной истории. Перед нами предстоит иное духовное пространство, построенное иконописцем по особым законам, которые мы не сразу можем постигнуть. Поэтому и те, кого мы видим на иконе, имеют несколько другой внешний облик, чем в земной своей жизни. Особенно это заметно по лицам святых. Преобразившись, они становятся ликами. И чем больше Богом данный иконописцу талант и сильнее его вера, тем глубже и полнее отражается в этих ликах вечная жизнь. Достигшие же блаженной вечности святые и сам Господь, ее податель, взирают на нас через иконный образ, как через окно, открытое в наш земной мир из мира высшего,
видимого только духовным зрением. Они желают и нашего прихода туда. Поэтому каждая икона не просто портрет святого человека или воспоминание о священном событии. Это образ, прямо обращенный к нам из вечности. Он зовет к преображению нашей души. Откликнется ли она на божественный зов? Если да, то это станет настоящим чудом в нашей жизни. Ведь святые иконы и называются чудотворными, прежде всего потому, что Бог через них исцеляет и обновляет душу человека, а уже потом, если ему угодно, может избавить и от каких-то физических болезней. Вначале исправляется душа, затем тело, а не наоборот. И все же икона еще и произведение искусства, причем искусство церковного. Не случайно, что из истории Древней Руси нам известно только несколько имен художников, тогда как расписывались фресками сотни монастырей и храмов, и тысячи икон стояли в них. Иконописец не стремился здесь увековечить свое имя, считая свое творчество принадлежащим Матери Церкви, свой талант – даром Божиим, и смиренно надеялся получить за свой труд некое вознаграждение от Бога в будущей жизни, хотя признавал себя недостойным его. Каждая икона воплощает не столько художественный замысел мастера, сколько православное понимание этого образа, выраженное в знакомых иконописцу произведениях литературы, древних преданиях, житиях святых, творениях отцов церкви, а главное в текстах церковной службы, которая совершалась перед иконой праздника или святого. Именно православное богослужение неразрывно связано с иконописью. Его бесконечная глубина и мудрость, его поэтические образы и сравнения во многом определили ту красоту и притягательность древнерусских икон, которая поражает нас. Чтобы хоть немного почувствовать, как созвучны образы, выраженные в слове и в красках, какие идеи они в себе заключают, нам бы хотелось рассказать о двух больших храмовых иконах Успения Пресвятой Богородицы. Одна из них стоит ближе к началу того духовного пути, который предстояло пройти Древней Руси, крепко связанной тогда с православной Византией. Другая ближе к концу, когда Византийской империи уже не существовало. Вглядевшись в них, можно увидеть сложение, развитие и закрепление того, что называется в средневековом искусстве иконографией. Речь идет об удивительном способе выражать всю полноту содержания образа через строго продуманную композицию, в которой каждый жест или движение, деталь или цвет одежды имеют свое духовное значение. Целиком раскрыть смысл иконы, как его понимал иконописец, нам сейчас очень трудно, даже невозможно. Еще более неисчерпаемо по смыслу православное богослужение. Наш рассказ – только попытка заглянуть в этот таинственный и благодатный мир. Итак, первая икона была написана в начале XIII века и происходит из Успенской церкви Десятинного монастыря, недалеко от Новгорода. Это самая древняя из сохранившихся русских икон, посвященных празднику Успения Пресвятой Богородицы. Сейчас она находится в Государственной Третьяковской галерее. Рассмотрим внимательно этот образ. В нижней части иконы мы видим усопшую Богородицу, вокруг которой собрались самые близкие ей люди. Ученики Христовы, апостолы и святители. Божия Матерь возлежит на высоком погребальном ложе, украшенном золотом и пурпуром, подобно царскому престолу. Ведь отныне ее ждет слава Царицы Небесной. Левую группу предстоящих возглавляет апостол Петр с кадилом, правую – апостол Павел, склонившийся к ногам Пресвятой Девы. Такое расположение исполнено глубокого смысла.
По преданию, именно к Петру, как к главе апостолов, обратился Господь после исхождения души Божьей Матери. «Пришло время, начни пение». Тогда Петр воспел исходную песнь на стихи псалма. «Когда вышел Израиль из Египта, аллилуйя, и апостолы понесли тело Марии на погребение». Это событие не изображается на иконе как действие, но кадила в руках Петра, свечи на высоких подсвечниках, задумчиво печальные и углубленные в молитву лики апостолов и святителей, создают впечатление торжественной погребальной службы. Павел, второй первоверховный апостол, как говорит предание, прибыл в дом Богородицы позже других, и, припав к ногам ее, воскликнул: «Радуйся, Матерь жизни! Я, хотя и не видел Христа во плоти, но на тебя взирая, вижу как бы его самого». Так он и представлен на иконе, поклоняющемся Божьей Матери у ее ног. И еще один из апостолов, окружающих ложе Пресвятой Девы, выделен особенно. Это приникший к ее изголовью Иоанн Богослов, любимый ученик Христа. Сам Господь поручил ему Пресвятую Богородицу при кресте на Голгофе, назвав их сыном и матерью друг другу. С тех пор Дева Мария пребывала в доме Иоанна, а он заботился о ней, как о родной матери. Их духовное родство было необыкновенным. Ведь во время земной жизни Спасителя оба они стали ближайшими ему людьми, избранниками Божиими. Через Богородицу Христос явился нам как человек и Спаситель. Через Иоанна Господь возвестил миру великие божественные откровения. Согласно одному из преданий, во время Успения Божьей Матери святой Иоанн увещевал апостолов сдержать свой плач, говоря: «Так научил меня Учитель, когда я возлежал на вечере на груди его. Да не подумает народ, увидев нас плачущими, что и эти убоялись смерти». На иконе мы видим, как пристально апостол Иоанн вглядывается в столь дорогой ему лик Пресвятой Девы, который невозможно назвать мертвым. Наоборот, он светел и прекрасен, и лик самого Иоанна выражает не столько скорбь, сколько благоговейное преклонение, созерцание величайшей из тайн, тайны жизни и смерти. Раскрылась ли она его внутреннему взору? Подумайте, ведь разгадка этой тайны рядом с ним, она может открыться и нам с вами. Посмотрите, как раздвинулся круг предстоящих, как расступились апостолы, освободив место в самом центре, за ложем Божьей Матери. Здесь является ей тот, кому она стремилась всю свою жизнь, кому были обращены все ее мысли и чувства, ради кого она претерпела величайшие душевные страдания, пройдя за ним весь крестный путь. Ее Божественный Сын. И вот теперь ее душа, наконец, соединится с Ним уже навсегда. В благодарность за то, что Пресвятая Дева носила на руках своего Сына Божия во время его земного младенчества, Сын Божий носит ее душу на руках своих в начале ее небесной жизни. Душа Богородицы изображена на иконе как невинный чистый младенец в белых пеленах. В сказании об Успении говорится, что она была необычайной белизны. При этом Петр, возрадовавшись, спросил Христа: «У кого душа так же бела, как у пречистой голубицы Марии?» Спаситель ответил ему, что таковы души всех рождающихся в мир, но при исхождении от тела эту белизну имеют души лишь тех, кто сохранился от греха тьмы века сего. И вот, бережно приняв святую душу своей матери, Господь стоит за ложем Богородицы и смотрит на нас. Его образ спокоен и торжественен.
Если в ликах апостолов мы замечали скорбь расставания с любимой всеми Матерью Божией, то в лике ее Христа нет. Ведь для него успение Девы Марии, наоборот, можно назвать радостной встречей. Конечно, эта встреча происходит в духовном мире, поэтому и выражается не так, как мы привыкли ее себе представлять. Кажется, что в иконе перед нами вообще не происходит никаких действий. Плавные движения и повороты голов апостолов, как бы тихо беседующих друг с другом или сосредоточенно молящихся, полностью затихают на образе Иисуса Христа, подобно волнам, разбивающимся о камень скалы. Его фигура в ярких, светящихся одеждах настолько прямая, что представляется нам живой свечой, горящей между двумя малыми свечами на золотых подсвечниках. Но если те свечи погребальные были зажжены во время прощания с Богородицей, как образ молитвы за нее Богу, то здесь свеча неугасимая, свеча вечной жизни. Земная часть изображения с Божьей Матерью на ложе и оплакивающими ее апостолами остается внизу. Над ней возвышается сам Господь, своим взглядом, как будто говорящий нам: «Где же она, смерть, как конец и уничтожение жизни?» Мы не заметили ее следов даже на теле усопшей Богородицы, словно погруженной в тихий, спокойный сон. А теперь перед нами ее прекрасная бессмертная душа. Два ангела слетают с разных сторон ко Христу и готовятся принять ее благоговейно покрытыми руками, чтобы вознести на небо. А вверху, прямо над Спасителем, мы видим, как те же самые ангелы уже с душой Богородицы влетают, будто в открытое окно, в полукруг неба, усеянный золотыми звездочками. Здесь событие как бы завершается. Светлая душа Божьей Матери достигла Царства Небесного. Вечная жизнь восторжествовала над смертью. Вот как об этом повествуют предания. После явления Христа, когда удалялся свет, то вместе с самим светом была возносима на небо и душа блаженной Марии при псалмопениях и чудных гимнах. Во время восхождения светлого облака вострепетала вся земля, и в одно мгновение все явно увидели кончину блаженной Марии. А вот слова из богослужения. «Все непорочная невеста днесь пречистую душу Творцу и Богу предает, ее бесплотных силы благолепно подъемлют». Верхняя, небесная часть иконы показывает нам еще и чудо, происшедшее раньше самого Успения Пресвятой Богородицы по ее молитве. Перед нами 12 апостолов на облаках, которые были подняты в воздух и перенесены в дом Божьей Матери в то время, когда проповедовали Евангелие в разных странах света. Путь им указывает тоже пара ангелов, изображенных посредине, между ангелами, сопровождающими душу Пресвятой Девы в райские селения. Так в одном образе рядом оказываются начало и конец празднуемого события. Края облаков причудливо загибаются, напоминая то морские волны, то язычки пламени, как будто мощный поток воздушной стихии подхватывает и влечет их силою Божией к центру, ложу Богородицы, с предстоящим Иисусом Христом. Кто сии, подобно облакам и орлам, слетающиеся к телу, источнику всеобщего воскресения? Писал об апостолах святой Иоанн Дамаскин. И снова, как в нижней части иконы, движение затихает, приостанавливается торжественными жестами ангелов, с двух сторон указывающими на Спасителя. Вокруг него разливается ровное золотое сияние, заполняя собой остальное свободное пространство в иконе. И все временное, переменчивое,
словно растворяется в этом вечном свете божественной славы. Проходит примерно 300 лет со времени написания новгородской иконы Успения, конец 15 века. Много событий пережила Древняя Русь. Столетие монголо-татарского ига и постепенное освобождение от него, явление новых святых, благоверного князя Дмитрия Донского, преподобных Сергия Радонежского и Андрея Рублева. Несмотря на тяжелые испытания, русский народ восстал духом и укреплялся в вере. После падения Византийской империи и завоевания ее столицы Константинополя турками в 1453 году Русь осталась единственным оплотом православия. Церковное богослужение и искусство, ее главное сокровище, не только бережно сохранялись русскими людьми, но и обогащались новыми глубокими мыслями и образами, отражая следующие этапы ее духовного развития. В это время и была написана другая икона «Успение Пресвятой Богородицы», которую нам предстоит сейчас рассмотреть. Эта икона происходит из Успенского собора города Дмитрово, а сейчас находится в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Исследователи считают, что она была выполнена в мастерской известного московского художника-иконописца Дионисия. Предполагают, что ее мог написать и сам Дионисий. Многое в композиции этой иконы нам уже знакомо, поэтому мы остановимся на тех особенностях, которые отличают ее от новгородского Успения. Перед нами тоже облачный образ Успения Пресвятой Богородицы, связывающий воедино земную и небесную части изображения. Глядя на нижнюю часть иконы, сразу замечаешь, что вокруг ложа Божьей Матери собралось гораздо больше предстоящих. Это и 12 апостолов, и 4 святителя, и скорбящие жены, и даже ангелы. Плавными рядами они окружают Богородицу, а на переднем плане мы видим изображение наказания Афонии. Иудейский первосвященник, в ярости решивший опрокинуть одр Богородицы во время несения ее тела на погребение, был поражен ангелом, который отсек ему кисти рук. На иконе части рук Афонии изображены соединенными, ведь он уверовал, обратился с молитвой к Пресвятой Богородице и получил исцеление. Как и в иконе 13 века, особое место у ложа Божьей Матери занимает апостол Петр, возглавляющий погребальную службу, а напротив него Павел в благоговейном поклоне у ног Пресвятой Девы. Святой Иоанн Богослов, нареченный Сын Божьей Матери, низко склонился над изголовьем. Наклоняются, стремясь приблизиться к ложу, и другие апостолы. В одном из сказаний говорится, что во время явления Христа апостолы припали к ногам Пресвятой Богородицы с молитвой: «Мати Господня, оставь всему миру благословение, поскольку отходишь от него, ведь ты благословила и воскресила погибших, родил свет всему миру». Рассказывается там и о том, как перед началом погребального шествия апостолы целовали ноги Девы Марии, прощаясь с ней. Смысл этого целования раскрывается в богослужении на Успение. Каждый, с верою прикасающийся к святыне, освящается сам, к чему и призываются все празднующие Успение. «Придите, верные, ко гробу приступим Божьей Матери и обнимем сердцем и устами, очами и лицом, чисто прикасаясь». Вслед за апостолами Пресвятой Богородицы предстоят 4 святителя, которые по преданию также чудесным образом были собраны на ее Успение и участвовали в ее погребении. Это один из первых христианских епископов, слева Иерофей, епископ Афинский, и Иаков, епископ Иерусалимский, справа Дионисий, Ареопагит, и Тимофей, епископ Эфесский. В новгородской иконе мы видели 3 из них, стоящих в одном ряду с апостолами.
В иконе из Дмитрова они располагаются отдельно от остальных, и их молитвенные жесты обращены не только к Божьей Матери, но и ко Христу, указывая на Него. Ведь Его явление они могли созерцать особенно близко, как священники. На дальнем плане по краям иконы изображены группы скорбящих жен. Предание рассказывает, как они пришли в дом Девы Марии перед ее успением и оплакивали разлуку с ней. А девы молились вместе с апостолами во время самого успения. Их чувства описываются в словах богослужения. «Жены честные, с апостолами вопияху, плачущие, твое ныне отшествие, радость всему миру, нам же плач скорбный». Но не только люди были очевидцами этого чудесного события. Иконописец изображает и святых ангелов, стоящих среди апостолов. Об их присутствии во время успения и погребения Богородицы тоже говорится в богослужении, причем ангелы и апостолы прямо объединяются вместе в один хор. По-церковнославянски – лик. Ангелы – лик, составляются апостолы, с ужасом взирающие от жизни в жизнь, представляемую, росшую начальника жизни. Лик премудрых апостол собрался чудно. Погребать славно тело Твое пречистое, Богородице всепетое, с ними же воспело и ангелов множество. И вновь мы слышим, как все люди приглашаются на святой праздник. Придите, все концы земные, честное представление Богоматери восхвалим, святым успением ее мир оживотворился. Во псалмах и пении и песнях духовных с бесплотными апостолами празднует светло. Вспомним, как была украшена погребальная ложа Богородицы в древней новгородской иконе. Царственное золото и пурпур там чередовались с голубым цветом верхнего покрывала. Светлые небесные тона голубого всегда связывались с образом Пресвятой Богородицы, символизируя ее чистоту и целомудрие. В иконе из Дмитрова Божья Матерь возлежит на ложе, покрытом алой тканью. Этот яркий горящий цвет даже не заслоняется фигурами склонившихся апостолов. Что же он означает? Мы уже отмечали, что в иконах Успения все собравшиеся к одру Божьей Матери, люди и ангелы, как бы совершают торжественное богослужение, призывая и нас к участию в нем. Они и прощаются с Пресвятой Богородицей, провожая ее в вечную жизнь, и просят ее о заступничестве, и освящаются прикосновением к великой святыне. И само погребальное ложе оказывается подобным престолу, самому святому месту в храме, на котором совершается божественная литургия. Об этом говорится в предпраздничной службе Успению. С бесплотными воинствами одр живоносный окружим, радуясь, как престол божественный святой. А ведь престол Божий еще и символ самой Богородицы. Она, как носившая в себе Бога, называется святыми отцами истинным престолом Божиим, высоким и превознесенным перед небесными силами. Так и поется в одном из праздничных песнопений Акафисте Успению. «Радуйся, престоле Господень, от земли вознесенный в Царствие Небесное». Святой престол в древнерусских иконах часто изображался алым. Он был образом высшего чина бесплотных служителей Божиих, небесных престолов, носящих Бога. Эти престолы описываются в книге святого Дионисия Ареопагита о небесном священноначалии, как огневидные или огненные. Они уподоблены огню, поскольку тот всегда быстро устремляется ввысь, в горний мир. Но духовная высота Божьей Матери превосходит и их. Алый цвет престола понимается и как цвет крови Христовой, пролитой ради спасения всего человеческого рода. Но искупительная жертва Христа совершилась именно благодаря воплощению Его от Девы Марии. И образ Пресвятой Богородицы, вместивший в себе неуместимого Бога, вновь становится близким образу престола Божия. Наконец, алый цвет покрывала ложа мог быть связан и с темой смерти, которая преодолевается божественной силой.
Святой Иоанн Дамаскин сравнивал преображение плоти Божьей Матери через смерть с очищением золота через огонь в горниле. Такое огненное очищение, ведущее Пресвятую Богородицу к вечной славе, делает ее погребальное ложе подобным гробу Христа, источнику нашего воскресения. И вот за ложем мы видим явление Иисуса Христа, держащего душу своей Матери. Теперь его окружает не просто золотое сияние, как в новгородской иконе, а небесно-голубая мандорла, то есть символическое изображение божественного сияния вокруг фигуры Спасителя на иконах. Она может иметь форму овала или круга. В последнем случае называется круг славы. К сожалению, цвет ее изменился после реставрации, став зеленоватым. А внутри нее можно разглядеть тонко выписанные фигуры четырех ангелов и шестикрылого серафима вверху. Плавные очертания мандорлы завершают нижнюю часть иконы, подобно куполу, возвышающемуся над центром храма. И высокая фигура Христа в сверкающих золотом одеждах как бы возносится вверх, в небесную часть иконы, одновременно находясь в земной. Господь, соединивший в себе небесное и земное, божественное и человеческое, вновь является людям, но уже как победитель смерти в своей божественной славе. В службе, которая называется «Чин погребения Божьей Матери», она стала совершаться на Руси в 15-16 веках, в ближайшие к празднику дни. Есть такой образ этого богоявления. «Ужаснись, небо, и ты, земля, выслушай слова. Бог, который над всеми, сошел впервые на землю во время Рождества, и теперь во второй раз ради Матери». Поэтому и ангельские воинства, окружающие Христа, кажутся бестелесными и незримыми, все больше сливаясь с сиянием Его славы. Они, как и ангелы в древней новгородской иконе, показывают чудесный смысл события и особое центральное место Спасителя в нем. Легко и незаметно мандорла Иисуса Христа переходит в другую, парящую в небе славу Пресвятой Богородицы. Ее цвет, как и облаков вокруг, тоже был первоначально чистых голубых тонов. Появление этой мандорлы в иконографии Успения говорит нам о новом чудесном событии. Внутри сияющего круга, поддерживаемого двумя ангелами, сама Пресвятая Богородица, а не только ее душа. Ее телесный облик преобразился, он стал весь пронизан светом. Темные одежды сменились белоснежными, с блестящими золотыми лучиками, а поднятые перед грудью руки открыты для приятия благодати Божией. Створки небесных врат раскрылись прямо над кругом славы, так близко, что кажется, вот-вот он воспарит ввысь и влетит в них. В кусочке неба между створками можно различить двух других, нарисованных тонкими штрихами, ангелов. Они готовятся принять Пресвятую Деву, как светло украшенную невесту. Так иконописец изображает вознесение Божьей Матери во славе на третий день после ее Успения. В иконе из Десятинного монастыря показывалось, как Богом была прославлена ее пречистая душа. Теперь мы видим, что Господь прославил не только душу, но и тело своей Матери, воскресив его. Удивительно созвучные Дмитровской иконе образы можно встретить в песнопениях праздничной службы на Успение. Ангельские силы, чуду удивляясь, приникнув друг к другу, говорили: «Откройте ваши врата и приимите росшую небо и земли Творца». Открылись двери небесные, и ангелы воспели. И принял Христос девство своей Матери сосуд. Херувимы подняли тебя с весельем, серафимы же славят, радуясь. А вот некоторые слова святых об Успении Божьей Матери, читавшиеся во время богослужения. «Кто сия восходящая, убеленная, блистающая, как солнце?» Святой Иоанн Дамаскин. «Поднялось над двери небесных врат, дабы принять небесное царство в царском величии, пренебесную дверь Божию.
в белом одеянии, примите ее, ангелы, хвалите небеса, славьте земнородные и восклицайте град Бога, Царя Великого. Святой Андрей Крицкий. Вокруг Пресвятой Богородицы в золотистом небе, как и на земле, 12 апостолов. Облако с каждым несет ангел. Куда же летят эти облака? Теперь они не направляются вниз к погребальному ложу так стремительно, как в древней иконе. Легко поворачиваясь, они парят рядом с возносящейся во славе Божьей Матерью. Их мягкие, текучие, словно окутанные светом и воздухом очертания, колеблются, будто тихие волны. Взоры многих апостолов опущены на усопшую Богородицу. Ведь к ней они, как звезды поднебесной рассеянные, ради Евангелия собраны были на облаках по широте воздушной. Но не только земное погребение совершили апостолы. Они и провожали на небо идущую высшую херувимов. Эти слова богослужения перекликаются с древним преданием. В нем рассказывается, как в конце погребального шествия внезапно 12 светлых облаков подняли апостолов и вместе с телом владычицы перенесли в рай. В том месте света, которого нет ничего светлее, где поют и славословят хоры святых. Апостолы возблагодарили Бога, показавшего им чудесное прославление Пресвятой Богородицы. И в Дмитровской иконе ученики Христова представляются нам не только как слетающиеся к погребальному одру Богородицы, но и как созерцающие ее вознесение на небо. В службе чина погребения Божьей Матери апостолы обращаются к ней со словами: «На облаках проводим тебя, Дева, до небес». Они были свидетелями вознесения Иисуса Христа. Могла ли быть скрыта от них слава Его Пречистой Матери? Некоторые из ангелов прямо указывают апостолам на воспарившую ввысь Богородицу, особенно ангел, сопровождающий апостола Фому. Фома выделяется среди других своими ярко-красными одеждами. Он подлетает к Божьей Матери на облаке с левой стороны, благоговейно склонившись, а Пресвятая Дева слегка повернулась к нему. Это напоминает одно из преданий об Успении. Оно повествуется о том, как Пресвятая Богородица явилась опоздавшему на ее погребение Фоме, как раз в то время, когда она возносилась на небо, и бросила ему свой пояс, доказательство ее переселения в небесные обители вместе с телом. В одном из песнопений Фома обращается к апостолам, как ангел к женам мироносицам у гроба Христа. «Почто радость со слезами растворяете? Видите вы пояс и уразумейте, Дева воскресе от гроба». Красный пояс возле руки, возносящийся во славе Богородицы, встречается в некоторых иконах Успения 15-16 веков. Возможно, он был изображен и в иконе из Дмитрова, но не сохранился. Это не так уж важно. В композиции этой иконы, как и в богослужении, разные события, связанные с Успением и Вознесением Пресвятой Богородицы, оказываются слиты по смыслу и исчезают разделяющие их время. Единство слова, музыки и красок создает вечный, духовно прекрасный образ, который каждый раз переживается нами заново во время церковного празднования. И сама икона предстает пред нами как воплощение соборной молитвы, включающей в себя и полноту человеческих чувств, и всю глубину богословия. Сложившаяся к концу 15-го, началу 16 века иконография Успения Пресвятой Богородицы с необычайной ясностью выразила содержание праздника, а за каждой деталью изображения закрепился глубокий духовный смысл, который можно постигать бесконечно. Поэтому не случайно многие современные иконописцы стараются обращаться как к образцам, к иконам того времени. Ведь и нам хочется продолжить духовные традиции Древней Руси, прикоснуться к ее святыням, почувствовать свою близость не только к нашим предкам православным, но и ко всем людям, получившим от Бога вечную жизнь и радость общения с Ним.
И первая среди них, конечно, Матерь Божия. Замечательные слова об успении Божьей Матери сказал священник Валериан Кречетов. «Слово «умерла» не может быть применимо к той, которая была матерью источника жизни, матерью Сына Божия. Не применяется здесь и слово «кончина», в смысле «конца», окончания земной жизни, потому что мы поем «во успении мира не оставила еси Богородицы». А раз Матерь Божия мира не оставила, значит, ее жизнь на земле не кончилась. Это непостижимо, но это так. Поэтому слово «успение» во всей полноте свидетельствует то, что произошло. Матерь Божия как бы почила, уснула и вскоре проснулась. Заснула как бы в том теле, в котором она жила здесь, а проснулась уже в преображенном теле, в воскресшем. И праздник ее успения несет в себе какую-то особую печать любви, тишины, печали, которая светится. В этот день в природе все успокаивается, и земля приносит свои плоды, и душа человека пребывает в покое и радости. Это состояние прекрасно отражено в древнерусских иконах. Источник. Успение Пресвятой Богородицы в древнерусских иконах.